Участвуют в турнире РФС юношеские команды профессиональных футбольных клубов ребятам по 14 лет. И для многих это первые соревнования под эгидой Российского футбольного союза. Команды разделены на 4 группы. Пока они играют по кругу, матчи на вылет начнутся на днях. Фавориты должны определиться 2 ноября. Здесь, на Мацестинских полях, подчеркивают организаторы, юные футболисты со всей страны делают первый шаг в профессиональный футбол. Трамплином в премьер-лигу турнир может стать и для сочинских спортсменов. В финал Кубка РФС попали воспитанники городской спортшколы номер 10. Среди соперников местных ребят и краснодарцы, которые, кстати, считаются потенциальными чемпионами этих соревнований. У нас еще есть клубы премьер-лиги, там тоже есть свои школы, но они играют вот отдельно. И тенденция, они вот берут сильных игроков из школ более низких. Поэтому для некоторых ребят это такое подспорье оказаться в школе более качественной, более профессиональной и потом, конечно, заскочить в премьер-лигу. В этом году начинает формироваться сборная команды юношеской России среди этого возраста. Вот сюда должен тренер приехать чуть попозже. То есть тоже перспектива попасть в сборную России. А это на 4 года, на 5 лет. Кто завоюет Кубок РФС, а для кого откроются перспективы в виде членства в юношеской сборной России, станет известно уже 2 ноября.